Так, у нас, не знаю, показывал или не показывал, появился вот такой вот редкий монстр. Магия и электричество, неуязвим к оглушению. Sparkwedge, в общем, такой роботик похож, немножко похож на того, что был в Borderlands. Так, ну у нас главное событие находится не там. Так, мы также вывели Goldcore. Давайте сейчас его откормим. Кормись, кормись. Щит на себя, малый щит. И умеренный урон стихии света. Слабый урон стихии света, умеренный урон. Такие у него умения. Ага. Goldcore выглядит немножко не так, как я рассчитывал, но ладно. Итак, у нас достроилось легендарное логово, а это значит, что мы размещаем Lord of Atlantis. Вот такой кроха у нас размещается. Ах, красавчик. Он тоже водный. Да, у меня что-то самые прокачанные получаются водные. И у меня уже два легендарных монстра. И я могу вывести еще несколько легендарных. Прикольно он выглядит. Так, давайте его откармливать. Так, я хочу, да, запечатлеть его и в таком виде на прогулке. Так, у него особое умение. Снимает все цели этого. Это у меня такое уже есть. Умение у Люкс Ауры. Так, теперь что у нас? Умеренный урон стихии воды. Ну и то одному врагу. Потому мы его будем заменять сразу же. Насколько у нас там еды хватит. Так, повышает силу цели на 50%. На 2 хода восстанавливает 20% жизни. Так, какой же один союзник? Силу цели. Ну, вообще-то бесполезное особо умение. У ауры оно круче. Ну, давайте пока заменим это. Тоже как бы неинтересно такое умение мне. Лорд, ты может подрастешь? Так, очистка наносит малый водяной урон и снимает все положительные эффекты с цели. Ну, так, повышает силу. Ну, давайте его пока заменим. Бум. Так, а снимать положительные эффекты, по-моему, да, у Freedom Feather есть еще такое умение. Тут их надо как-то балансировать, глядя на команду в целом. Так, с чем сравнивать? Так, наносит умеренный урон особой атакой. Ну да, мы его и будем брать. Снимать с цели все отрицательные эффекты. Снимает все положительные эффекты. Да, будем его заменять. Так, так, какой у него суперка? Сильный урон стихии воды дает двойной урон дружественной команде. Хорошее умение. Итак, один союзник накладывает эффекты точность и двойной урон. Такой уже есть у Люкс Ауры. Слабый физический урон. Ну ладно, заменим слабый физический. Но, честно говоря, оно мне тоже не нужно, такое умение.
Так, снимает с команды все отрицательные эффекты и восстанавливает 20% энергии. Ну на кой черт ты мне такое надо? Один союзник, а это несколько союзников. Так, все отрицательные умения. Да. Ну, что-то вообще дублируется абсолютно эти умения. Очистка наносит малый водяной урон и снимает все положительные эффекты с цели. Это снимает все отрицательные цели с нашей команды, восстанавливает 20%. Ну точно такое же есть уже. Один союзник. Да в мусорку пойдешь ты. Еще восстанавливается два хода. До свидания. Так, и не хватает у нас еды, чтобы его откормить. Так, ну это, в общем, так, там что-то мне не нравится его умение пока что, те, что нам доступны, но нам нужно зайти построить логово металла, нам открылось за 400 кусков. Строится оно будет целый день, но у нас еще есть одно важное задание, это нам нужно купить еще один остров, потому что я все застроил. Так, ну, потихонечку будем его расчищать. Ну, блин, такие мизерные острова, честно говоря. Да туда что? Туда в легендарное логово поместится. 4 штуки, наверное, поместится. Оно самое крупное у нас. И так, у нас теперь освободилось кто-то. Кто у нас тут освободился? Так. Вот это тебя, Блумск, это растеница, это наша, да? Давайте повторим, один день, 8 часов. Что там с вас получится? Так, с этого у нас, по идее, должен, возможно, скиплс получится, да? Пандальф. Или, чего я там вывожу, я уже и потерялся. Так, ну комбинации пока что у нас не выстрелили. Так, давайте покажу. Голдкора я вывел вот из Light Spirit плюс жучка вот этого. Так, ну, Скорпэк у меня получился с четвертой попытки. Бонитокор плюс Гринозавр. И продолжаем выводить еще эпичных. Мне осталось там их буквально пару штук вывести. И можно браться за выводку, новых легендарных. Блин, я вот этот остров хочу. Но он большой такой. А мы тем временем, наверное, кого-то надо нам опробовать, да? Так, это у нас завершено. Давайте пойдем сюда. Кто у нас здесь? Ух, какие глаза. Какие глазища. Так, ребята. Так, давайте сменим команду. Вместо рыбки, хотя она мне нравится. Возьмем лорда. Лорда возьмем, он выше уровнем, по крайней мере. Хотя я и рыбку-то могу качнуть, и мусу надо качнуть. У меня же уже улучшения сделаны. И деньги есть. Вот это просто золотое умение. Но оно, конечно, потеряет скоро свое значение по мере роста. Так. Святая вода, нет, спасибо. Малый водный урон. По 500 вообще отстой. Че он такой дохлый? Умеренный урон стихии воды. Ну, ему самый больший урон.
Но я помню, что лорд Атлантиды меня атаковал дважды. У него есть какой-то, наверное, еще ход потеряли мы. Пока не буду накладывать щит. Их осталось всего лишь двое. Так прикольно глаза вылазят. Блин, у них такие атаки массовые, неплохие. Так, это у нас Рудикус. Тук-тук-тук-тук-тук. О, это я на лорда, блин, хотел немножко не то сделать. Ладно. Наложу щит чисто так, для приличия. Чисто для приличия. Да, не знаю, тут надо куда больше урона нанесу, туда и атаковать. Особо переживать нам нечего. У нас все в шоколаде. Это с двойным уроном он нанес только 2000. Мне люкс аура и так наносит. Короче, побольше. Так, выноси уже ее. Так, умение просто сильно пересекается с люксаурой. А каких-то таких умений, которые обдемажили, что пока что не попались нам. 10 тысяч. 10 тысяч, давайте еще сыграем. Бой. Раби Декс у меня уже тоже есть. О, Пегасус у нас такой. Так. Ициан Натура. Так, голубая природа, короче. Так. Вот это я понимаю. Ой, чихнул, будь здоров. Ну, всего лишь 1000, ну... Что это за удар для легендарного? И здоровье у него всего лишь 3500. Ну, тут Пегасос его какой-то фигачит. Ой, меня фигачит, ё-моё. Вот ты понимаешь, 1600, вот без проблем удар. О, ну давай, показывай свою суперку. Против одного только? Ну, щит, в общем-то, сработал, взял все на себя. О, у Пегасуса у нас регенерация есть, но это его не спасет. Резкий, резкий парнишка. Так, здесь и так у всех двойной урон. А если двойной урон на двойной урон, будет четырехкратный урон. А ну-ка смотрим. Нет, умения не удваиваются. Полторушечка. Рун, да, кстати, надо рун будет напихать в него. Ну, посмотрим, чего ему в боях будет не хватать больше. Там стиры, сколы, скорости, выносливости. Бой. Здоровья у него мало. Он тут с трудом выносит. Блин, 800. Лорд, ты меня разочаровываешь.
Да ему надо бы, наверное, было брать это умение усиление союзника и на люкс ауру его бросать. Ну, это можно сделать вот так. Ну, плюс 50%. Вот это я понимаю. Тысяча. Тысяча всего лишь супер атака. Малый водяной урон снимает все положительные эффекты. Да нету такого. Ну, этот удар мы уже все знаем. А его можно умение как-то перетасовать, это непривычно. Нифига себе подлечился. Он подлечился, блин, так же, как я его ударил. Ну, что поделаешь. Наносит сильный урон стихии воды, дает двойной урон дружественным войскам. Ну, давай так, вынеси его. Ну, плохо, что оно бьет только по одному. Опять же, у Люксаура это умение намного круче. И последний наш бой в данной сессии. В сессии ознакомления с лордом. Вот это, понимаю, суммарный урон такой бешеный. Вот лорд никого не может добить даже. Что с тобой делать? Двойной урон ауре. Вот это я понимаю умение полезное. 2000 щит на ауру. Ее отрегенили. Так оно всех отрегенило. И 100% урон еще у нее. У кого здесь больше всего житла? Вот, кого усилили, того и выносим первым. Минус 3000. Его еще и оглушили. Вообще, ну это такое хорошее умение у орла. Freedom Feather тоже прикольное умение, которое делает удар противника слабым. Ну просто некуда тратить уже способности мусу. Да, вот это, а, это жук. Он похож на черепаху, но это был у нас жучара. И вообще так легко играющись, мы разобрались с нашими противниками. Так, что мне нужно сейчас глянуть там? Ну, у нас еще одно очечко появилось. Давайте его тоже используем. Пока не буду я использовать. Так, природа. Бой. Так, ну мои монстрики атакуют первыми. Это очень радует. Добивай.
Не вижу даже смысла накладывать щит. Этот бой у нас легче предыдущего. Он сейчас так суперку вызывает и всем дэмэдж такой. Блин. Вообще промазал. Косой. Ну да. У него оглушение. Ууу, подлечился, гад. Ничего, ничего. Мусух надо вкачать на 40. Слабо еще раз так атаковать. Я помню, меня атаковал по 2 раза, блин, а вряд такой атакой. Шанс 90, шанс 95. Что-то я вообще не заметил, как этот тролль нас особо атакует. Он только один раз, по-моему, нанес удар. Нанес удар один разок и удалился. Самонейтрализовался, как говорится. Так, ну, у нас вот-вот-вот еще там много всего. Тем временем деревце у нас удалилось, пусть удаляется следующее. Да, у меня качается до максимального уже уровня логова огня. Так, и. Ну, я потихоньку буду уже копить, наверное, 10 миллионов для создания клана. Так, и что у нас тут еще есть интересного? Лабиринт через 47 минут, ой, лабиринт, пазл через 47 минут нам будет доступен. Золотая лихорадка, вроде как, все нормально. Ну, как-то что-то какие-то 25 тысяч. Так, это... Все понятно. Ну да, как видите, качать мусу я могу дальше. Ограничений нет. А могу ли я качать рыбешку-то нашу? Рыбешку я качать пока не могу. Нужен проапгрейдженный храм. И это стоит 1 лямчик. Ну, освободится рабочий. И, наверное, я это все дело запущу. Рыбка мне нравится.